Всем привет, друзья! С вами Кайсидоров Зи, добро пожаловать в Коры! Сегодня я бы хотел поиграть в несколько крутых игр. Хочу отдохнуть от Бравла. Если ты вдруг еще не в курсе, что такое Кор, то перед началом объясню буквально в нескольких словах. Кор — это бесплатная платформа для игр и их создания. Любой может зайти в Коры, поиграть сотни разных игр или создать свою собственную. Скажем так, это Roblox на максималках, так как движок используется здесь Unreal Engine. Кроме того, с 17 по 22 декабря Core проводит зимний блиц-турнир с призовым фондом $6000, которые получат десятки победителей. И это еще не все. Core устраивает зимний джем с призами в размере $10000. Правда офигенно. И конечно, чтобы всем этим вы могли ознакомиться поближе, я оставлю ссылки в описании. Ну а теперь пора играть. Друзья, вы не поверите, но я нашел симулятор качка в Core. Вы понимаете? Симулятор качка в графике Unreal Engine. Это же офигенно. Но сначала гляну, какие квесты у меня есть. Я уже выполнил, получил бесплатные штаны и получил себе бесплатный верх, но я хочу 8 уровень, получить мини-танк. Ладно, ребят, заходим, начнем прокачиваться. Так, симулятор качка. Я уже захожу сюда второй день. Смотрите, второй день. Закрываем себе штуку. У меня в руках есть карандаш. Смотрите, я могу карандаш прокачивать. Давай, начинаем качаться. Нифига себе они здоровые. Нифига себе они с холодильниками прокачиваются. Воу, это питомец. Это яйцо первого уровня, но я его подобрать не могу. Так, могу ли я забрать себе штангу? Хорош. Так, здесь у нас кнопочка продажи. Подходим, продаем все это дело. Ребят, кто играл в Roblox, тот знает, что такое симулятор качка. Вы все прекрасно знаете. Смотрите, прокачиваемся, прокачиваемся. Подходим сюда, продаем мышцы. А я могу здесь стоять и продавать, в принципе, одновременно. Так, я нахожусь на последнем месте на сервере. У меня 89 денег, 90. Что я могу себе купить? На Q и на E у меня какие-то апгрейды. Давайте возьмем себе на Q. Я могу купить себе хот-дог за 23 и могу взять себе... Подожди, я могу сосиску прокачивать? Серьезно? Я буду сейчас прокачиваться хот-догом. А поскольку я могу себе теперь качать? Так, подожди, я продаю. Хот-дог прокачивает по 2. По 2 мышцы за один раз. Давай, давай, поднимаем. Поднимаем сосиски. Блин, чувак, ты такой огромный, ты мне мешаешь. Я хочу себе купить что-то другое. Вот, какой-то плунгер. Чтобы это не... Вы посмотрите, что у меня в руках. Это просто жесть. Я прокачиваю, кстати, по 3. Мне нужно, знаете, что купить, ребят? Я понял, что у меня не хватает вот вместимости. Я... Теперь у меня ДНК червя. Что? У меня ДНК червя, у меня 27 вместимости, ребят. ДНК червячка. Блин, а как вырасти намного быстрее? Я хочу быстренько прокачаться. Так. По 3. У меня денег уже 48. Кстати, я думаю, что здесь вполне реально догнать этих ребят, которые огромные. Если покачаться здесь очень и очень долго. Смотри, 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 смотри. Фига себе, фига себе. У них еще и питомцы есть. А как питомцы получат здесь? Так, у меня есть 105 денег. Посмотрим, что могу взять. Вот. Анонимус, ребят. У меня вместимость 73. Но смотри, что мы сделаем. Мы сейчас с вами пойдем. Попытаемся поднять Pet Info Gold Multiprail 0 XP 4. Я могу как-то его открыть? Как мне открыть этого питомца? Офигеть, вы посмотрите, что это такое. Сакрифайс, что это такое? Один уровень 15 миллионов? Не-не-не, мне сюда рановато. Огромный каток какой-то стоит здесь, ребята. А, погоди, мне нужно собирать вот эти вот гантельки. Да, смотри, они сразу добавляют мне много силы. Сколько, кстати, сил добавляют? 48. По 3 силы. Не-не-не-не-не, неинтересно. Совсем неинтересно, я лучше буду здесь продавать. Ментор, там пацаны прокачиваются, они уже посильнее. Сейчас, подождите, я продам все, что у меня есть. 93 монеты. Посмотрим, что здесь. А можно посражаться как-то с ними? Так, погоди, а ты с чем? У тебя какой-то геймпад в руках. Привет, чувак, кстати, он выше меня. Мне нужно подкачаться еще больше. По 3, давайте посмотрим, что я могу взять себе еще. За 114 могу себе роллинг пин. А, у меня не хватает денег. У меня не хватает денег. Мне нужно 114, все, есть 129. Покупаем себе новую штуку. Закрываем, у меня теперь... Я могу пельмешки раскатывать и прокачиваться заодно. Блин, офигенно. Если вы любите симулятор качка, то эта игра 100% для вас подходит. Здесь графика намного круче. Посмотрите на персонажика. Вы посмотрите на этого красавчика. Просто офигенчик. И у меня качалочка в руках. Так, подожди, у меня уже рюкзак полон. Она прокачивает мне по 4. То есть с каждым новым уровнем предмета вы добавляете себе плюс 1 к мышце. То есть плюс 1 к силе. Смотри, чувак сбросился. Фига себе он вырастает. Эй, эй, тормози, тормози, братишка, хватит расти. Ладно, это симулятор качка. Пойдем посмотрим еще какие здесь классные игры. Офигеть, вы не поверите, что я нашел. Здесь есть зомби-тайкон, вы понимаете? Зомби-тайкон на максималках, снова какое-то яйцо. Я хочу начать строительство. Смотрите,
Это мой дроппер. Блин, слушайте, такое ощущение, что я играю в Fortnite, только посмотрите, у меня, блин, игры, как в Роблоксе. То есть здесь можно создавать все, что угодно. У меня здесь какое-то яйцо первого уровня заспавнилось прямо у меня на дроппере. Кстати, могу я остановить подарок? Стой. Дроппер с подарками. Тихо, стой, тормози. Сколько нужно? 200 монет. У меня есть 200 монет? Нет, у меня 200 монет совсем нету. Сколько? Как мне забрать деньги? А, вот они мои деньги. Я забираю, у меня есть 150 монет, но мне нужно, получается, 200. Здесь нужно строить башни, потому что с этой двери начинают идти зомби. Байтавр. Вот они башни, ребята. Вот они башни. Так, первая башня пошла. Ребята, у меня есть башни. Вот, смотри, какая башня. Офигеть. Еще одну башню хочу. Давай. А я могу? А, эта башня закрыта. Стоит она 200 монет. Блин, мне нужны монеты, ребят. Мне нужны монеты. Снеговик, дай монет. Смотри, снеговик просто фигачит. Спасибо, снеговичок, ты мне помогаешь. Я тоже буду фигачить. С этими зомбиками мы справимся на изи. Мы уже их проходили. Я думаю, что несколько волн мы теперь на изи пройдем. Блин, офигеть, зомби тайкон. Все, я надолго залип. Я здесь надолго. Слушайте, здесь реально фабрика зомби. Можно развалить пацанов. Так, тихо. Я разобрался, как здесь играть. Все, у меня есть денежки. Я прокачал питомца практически на третий уровень. Забираем бабосики. У меня есть сейчас 752 монеты. Берем с вами кирку. Так, локет. Я не могу построить ни одну большую башню. Байтар фо слайм. Дэмэдж 10-30, рейндж 2-500, интервал 1. Почему я не могу купить себе? Мне нужно что-то апгрейдить. Мне нужно апгрейдить. Для этого нужно... Я понял. Вот. Чтобы открыть эту башню, мне нужно 5000 денег. Я понял все, ребята. Первая башня у меня есть, но почему-то я не могу построить себе еще одну такую. Может быть, надо на второй платформе построить? Блин! Buy Tower for Slime. Я не могу построить. You have been started. Что это такое? Тормозите. Ноги. Блин, башня у меня слабенькая. Башня слабенькая пока что. Я сам слабенький. Мне нужно больше урона, больше оружия, круче оружия, круче башни. Они вернулись в первую свою стадию. Но эту стадию, видите, я убиваю на изи. То есть у меня бонусный урон сейчас 15. И даже с этой пушки, я, смотрите, не даю им просто выйти. Они не могут даже нифига сделать. Тихо. Мы сейчас их развалим. Питомец прокачивается. Пока чем выше уровень питомца, тем круче. То есть... С каждым уровнем у вас добавляется бонусный урон. Именно питомец бафает вас. Поэтому важно, чтобы вы его прокачивали. У всех одни и те же питомцы. Я понял. Фига, у него зомби пошли какие-то быстрые. Причем в костюмчиках. Я в шоке, ребят. Ладно, давайте мы с вами поиграем в другую игру. Это офигенно. Но здесь нужно долго и долго прокачиваться. Ну и, конечно, друзья, как же не поиграть в шутеры? Называется игра «Аллея снайпера». Здесь чисто снайперский режим. Нужно найти противника и побеждать тот, кто первый набирает 10 киллов. Я смотрю, у человека уже есть 7 киллов. Ну, ребят, я только зашел. Так, давайте... О, смотрите. Оп. Здравствуйте, как говорится. Покажись. Вот здесь где-то был чувак, и он, скорее всего, сейчас будет искать меня. Кстати, у меня есть граната, если что. Могу... Оп. На тебе гранату. Тупо с гранатой подрубил пацана. Ну что там, доигрался? А я думаю, куда он спрятался? Это тот чувак, который бегал там, понимаете? Я его просто с гранаточку подкинул. Говорю, на, держи, дружище. Как тебе, понравилось? Попал. Красава. Тупо троих уже развалил. Слушайте, а мне нравится игра. Как вам игрушечка? Ну серьезно, офигенно. А чего не попал в него? Где он? Первый килл на карте. Но я себя обнаружил. Меня сейчас просто гасят со всех сторон. Я пошел на поиски. Я сейчас найду. Кто? Там никого не... Где-то здесь кто-то перезаряжался рядом со мной. Так, я вышел на открытую местность. Привет. Я попал, но меня убили. 3 килла у меня есть. А, я убил? Мы разменялись, просто в размен сделали. Выстрел я, но я двоих сразу так что забрал. То есть это был даблкил, грубо говоря. Ой. Кто, откуда? А, вот отсюда. На тебе гранату. Я убил. На тебе в голову. А где еще? А этого я убил? У меня 5 киллов. Я его, получается, с гранаты подбил. Я влетую. Вы видали, он в прыжке. Ему в прыжке в голову попал. Это вообще законно? Привет. Привет, кемпер. Как дела? Подожди. Я его убил? Да, у него, он был уже подранен. Там еще один чувак. Как я не попал? Алло. Во. Другое дело, вот это интереснее. Так, мне нужно еще один килл.
Приветушки! Изи, топ-1, ребята. Вот это красавчик, Роб Звинс. Ребят, на этом заканчиваем. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, скачивайте, играйте вместе со мной. На этом все. Увидимся в следующем видео. Всем удачи. Покедова.